каждые 6 секунд на Мамаевом кургане погибал человек. Этот факт Сталинградской битвы особенно поражает Александра Михайлова. Как говорит генерал, трудно себе представить подвиг нашего народа, который выиграл это сражение. Очень сложно оценивать, даже представить себе невозможно, каким образом можно было зимой переправляться через Волгу для того, чтобы держать плацдарм, не подпуская немцев к этой реке. Сегодняшнюю ситуацию в мире, и в частности санкции и различные давления на нашу страну, эксперт тоже считает битвой, только политической. Мы должны понимать, что на сегодняшний день мы живем практически в таких же фронтовых условиях, только в политических фронтовых условиях. И нам очень важно в этой ситуации не только выставить, но и перехватить инициативу. Как считает генерал, нашей стране нужно научиться побеждать неприятеля не только на поле боя, но и на дипломатической и юридической арене. И это в особенности относится к ситуации вокруг российского участия в Олимпиаде. Мы вот, наверное, научились бороться с террористами в Сирии, но мы еще не научили бороться вот с этими всякими моськами, которые начинают открывать рот на Россию и пытаются использовать свои ресурсы для того, чтобы унизить, оскорбить российских спортсменов. Как еще говорит Александр Михайлов, Великая Отечественная война сплотила наше общество и показала народу его мощь. И такую веру в себя неплохо бы было перенять и современным россиянам. Дмитрий Аринин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.